один пилот от алюминиевой трубы Дмитрий Увольников. Красавец лайнер наш стремительно взлетает, раскрашен так, что радуется глаз. Нас техник вдаль тревожным взглядом провожает, ведь мы висим на льдине сейчас. Внутри раскрашенной трубы из алюминия чуть в небе синим я. Куда спроси меня, кто приклепал трубе надежный хвост и крылья? Мы в полете благодарны за труды. Пилоты строго за полетом наблюдают, на стрелки смотрят, словно видят в первый раз. И никогда штурвал из рук не выпускают, ведь мы висим на алюминии сейчас. Внутри раскрашенной трубы из алюминия чуть в небе синим я. Куда спроси меня, кто приклепал трубе надежный хвост и крылья? Мы им в полете благодарны за труды. Летим, а штурман постоянно курс меняет, а удивляется потом сильнее нас, когда диспетчер нам по буквам прочитает название точки, над которой мы сейчас. Внутри раскрашенной трубы из алюминия чуть в небе синим я. Куда спроси меня, кто приклепал трубе надежный хвост и крылья? Мы им в полете благодарны за труды. А стюардессы пассажирам наливают поменьше эконому, больше в бизнес-класс. И после этого там вряд ли не понимают, что мы висим на льдине сейчас. Внутри раскрашенной трубы из алюминия чуть в небе синим я. Куда спроси меня, кто приклепал трубе надежный хвост и крылья? Мы в полете благодарны за труды. Один механик что-то тихо напевает, механик наш не зря имеет первый класс. В любом полете наш механик точно знает, осталось сколько алюминия у нас. Внутри раскрашенной трубы из алюминия чуть в небе синим я. Куда спроси меня, кто приклепал трубе надежный хвост и крылья? Мы в полете благодарны за труды. Летать в раскрашенной трубе из алюминия моя профессия, труба неси меня. Нам на посадке не помять бы хвост и крылья, тогда, быть может, нам заплатят за труды. Владельцы алюминиевой трубы. Сергей Антишин.